луковицы тюльпана Розарио оправдывают название своего сорта цветовой гаммой цветков. Однако они имеют неравномерный розовый оттенок. От белоснежного основания бутонов плавно поднимается розовый цвет, который у кончиков лепестков становится все более насыщенным. Сами бутоны достаточно крупные и имеют правильную чашевидную форму. Высоту растения достигает 45 см. С его помощью можно создать очень эффектное цветовое решение на смешанной клумбе, состоящей из весенних луковичных цветов. Отлично размножаются, при выкапывании можно будет обнаружить достаточно деток луковиц. Тюльпан Розарио – это многолетнее растение. Цветок лучше всего подходит для одиночных посадок, групповых посадок. Тюльпан прекрасно используется подавляющим числом садоводов во всем мире для дренированных богатых почв. По типу ствола тюльпан Розарио можно отнести к группе обыкновенные. Тип роста этого симпатичного растения – среднерослый. Расцветает тюльпан Розарио в месяц май-апрель. Лист этого прекрасного растения по форме линейный. Обратите внимание, что тюльпан Розарио – самоопыляемый, обоеполый сорт. Это растение и тысячи других саженцев, луковиц и семян вы можете купить на нашем сайте www.lofa.ru. Если вы просматриваете это видео на YouTube, то ссылку для покупки этого растения можно найти в описании под видеороликом. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал, и вы первыми узнаете о новых растениях для вашей дачи.